Ширина 4,5 метра, длина почти 850. Эта тропа, проходящая сквозь сосновый бор на северо-западе города, никогда не пустует. Иногда здесь даже заторы случаются, но поскольку жители близлежащих домов люди доброжелательные, расходятся все мирно и с улыбками. Много вопросов было у жителей. Почему 4,5, почему такая там кому-то узкая, кому-то широкая. Объяснение такое. Это самая ширина, оптимальная 4,5, чтобы каждое дерево сохранить. У нас и так там 2-3 дерева попало, и мы этой плиткой обошли эти деревья. За сохранение лесного массива бились местные жители, общественники и депутаты. Жители у нас Курчатовского, Калининского района очень многие обращались, что вот эту территорию нужно сохранить, как значит, вот такой кусочек природы, а не кусочек, это 64 гектара, это большой хороший парк. И тогда были посягательства, значит, и там что-то построить, там какое-то жилье. В общем, это все прекратили, значит, сохранили. Вот этот лесной массив, он уникален на самом деле. Видите, здесь, в общем-то, и нравится, что жители сами очень бережно относятся. В общем, какие-то кормушки для птиц делают, с детьми приходят гулять. Этому месту подобрали подходящее название – экопарк. Сейчас здесь заканчивается первая очередь благоустройства – тропа здоровья. Помимо асфальтированной пешеходной дорожки, практически закончен монтаж скамеек и урн. Последний пункт на этот год – монтаж освещения. Молодые, вот мы видим, они здесь гуляют с своими детьми в колясках. Наши ветераны здесь занимаются скандинавской ходьбой. Мы очень благодарны губернатору Челябинской области Дубровскому Борису Александровичу, депутату Государственной Думы Барышу Андрею Викторовичу. Вот действительно за такой проект и, конечно же, за заботу о нас, ветеранах. Мы очень ценим то, что мы можем здесь отдохнуть. В будущем в этом парке планируют сделать несколько спортивных площадок, зону массовых мероприятий и много чего еще. И что самое главное, все объекты будут сделаны из экологичных материалов, так что вся современная инфраструктура гармонично впишется в естественную природу. Юлия Анфалова, Василий Швачко, СТС, Челябинск.